Приветствую вас, дорогие зрители, на моем YouTube-канале ASMR Niles Vera. Приглашаю вас в мир тестирования слаймов. Сегодня на обзоре у нас будут вот эти необычные слаймы. Нравится рубрика слайма? Ставь лайк и пиши комментарии. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Итак, приступим. Я начну обзор с вот такого необычного слайма в виде лампочки. Слайм очень насыщенного перламутрового синего цвета. Это даже не слайм. Это лизун. А вы встречали такую форму у слайма? Напишите. У данного слайма есть вся необходимая информация вот здесь, включая штрих-код и предостережение. Остановлюсь на предостережении. Впервые такое я увидела. Здесь написано: будьте осторожны. Игрушка оставляет след на светлых поверхностях. Я такое предупреждение встречаю первый раз. Посмотрим, что же внутри. Открывается сверху. Горлышко очень узкое, и слайм вытекает плохо. Минутка из мэра. Это не антистресс, это полный стресс. Я уже полчаса пытаюсь вынуть. Но это долго. Упаковка – это большой минус данного слайма. Посмотрим, что же здесь. Слайм необычно красивого перламутрового цвета. Не знаю, видно вам или нет. Просто очень красиво. И это действительно жидкий слайм. Сам слайм влажный, но бархатный, очень приятный. Он мог бы быть антистрессом. Если разорвать, а потом собрать, он собирается хорошо. Становится однородным. Хочу проверить на... Растянуть мне его не получается. Растягивается он вот так, не очень хорошо, сразу рвется. Вот такой необычный, интересный лизун слайм. Собирается он проще, чем вынимается.
покупать вам или нет, решайте сами. Это не антистресс, это стресс. Вот такой слайм лизун в лампочке. Следующий слайм вот такой. Он интересного цвета, тоже перламутровый. Кроме этой этикетки больше ничего нет. Никаких надписей, кроме цены, нет. Слайм не липнет к ногтю. А вынимается легко. В упаковке ничего не осталось. Слайм хорошо кликает. Слайм приятный на ощупь. Его много. Очень красивого цвета, розовое золото. Растягивается, но плохо, к сожалению, рвется. Пахнет гуашью. К сожалению, слайм жесткий. Если вы смягчали слаймы, напишите мне об этом в комментариях. Слайм очень жесткий и рвется. Красивый, но жесткий. Зато упаковывается хорошо. Следующий слайм у нас вот такой. Это рыбка. Без этикеток. С
кажется интересным вкраплением на дне. Буду надеяться, что это двойной слайм. Да, это двойной слайм. Прозрачный и белый. Слайм не липнет к ногтю. Но слайм чувствую жесткий. Вынимать оттуда будет его сложно. Слайм вынулся весь, но покрошился. Возможно, что это был горный слайм. Слайм кликает. Перемешаем. При перемешивании слайм рассыпается. Тянется, но плохо. Пахнет гуашью. Слайм жесткий. Мне не нравится. Это не является антистрессом. И последний слайм, а вот такой интересненький, двухцветный, нет ни одной этикетки, только цена. Это является крышкой. Слайм к ногтю не липнет. Чувствую, что он жесткий. Слайм вынулся не весь. Слайм имеет очень интересный, насыщенный розово-фиолетовый цвет. Он кликает. Пахнет очень ярко чернилами, на ощупь мягкий, при перемешивании получается однотонный фиолетовый цвет.
растягивается. Не сразу рвется. При растягивании есть разрывы. Это я медленно растягиваю. Его достоинство – красивый цвет. На этом я заканчиваю свою видео обзор слаймов. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк. Мне будет очень приятно. И напишите комментарий. А на этом все. Пока-пока.